Get in the water. В воду. В эстафете по зимнему плаванию приняли участие две команды карельских чиновников. За команду «Онега» выступили руководитель управтодора Виктор Рассыпнов, директор управления земельными ресурсами Александра Рассыпнова, вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов и депутат карельского парламента Тимур Завников. И тут вперед выходит по шестой дорожке команда Anti-Cities of Russia. Здесь есть сразу несколько представителей, показавших свои рекорды на этапах. И на шестой дорожке... Холодно, когда, наверное, нет тренировок, когда есть азарт, когда ты не просто окунаешься, а ты плывешь, ты не чувствуешь холода. А вы долго готовились к этому? Ну, месяц мы ходили, занимались, сначала в бассейне, последнюю неделю мы провели тренировки на открытой воде. Я считаю, что наша команда достаточно достойно выступает. В составе команды «Ладога» выступили депутат Анна Лопаткина, спортсменка со стажем, заместитель главы Карелии по региональной политике Владимир Любарский и замминистра по национальной политике Григорий Фандеев. А вот выходить холодно или в воде? Нет, тут уже, как говорится, на эйфории, на адреналине уже не замечаешь холода. В итоге чиновничьим командам удалось взять по серебру в своих заплывах. Можно долго спорить, умеют ли наши чиновники управлять регионом, но плавают они хорошо.